Смэк. Боже великий всемогущий, благослови, благослови Одессу, Украину и помилуй нашу страну. И військових благослови, щоб домой повертали, живі та здорові. Но головне, держіть у ваших серцях, дорогі друзі, що Божа любов, вона дуже ярко виразилась в тому, що Ісус Христос, Син Божий, Він помер за наші провини. І Він подолав смерть. Він воскрес. Читайте Святе Євангеліє. Слава Тебе, Господи, всемогущий. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Взагалі весь світ полюбив, що віддав на страждання свого однородженого Сина Христа. За наші провини ми їх знімаємо. Для того, щоб кожна людина, яка дійсно прийма Христа як спас, щоб така людина не загинула, але мала життя вічне. Ісус Христос, Син Божий, Он умер за грехи всего человечества. Для того, чтобы люди, которые принимают Его как Спасителя, не погибли, но имели жизнь вечную. Мы видим, в какое время мы живем. То есть коронавирусы только вылезли не до конца. Теперь это волна фашизма НКВД-коммунистического, которая ломится сюда, не как югомонист. Бросают бомбы по нашим детским садам, роддомам, по людям, по нашим військовым хлопчикам. Конечно, мы видим много зла, много безумия, много аморальности. И Бог призывает нас войти, осветиться, войти в состояние веры, веры в Иисуса Христа, который осветит наши души, нашу тьму удалит от нас, наши плохие мысли. И главное, что Он спасет наши души от вечных страданий, если мы верим во Христа. Когда я поверил в Иисуса Христа,